Добрый вечер, в эфире информационный канал «Просто», меня зовут Татьяна Макарова, и сегодня у меня в гостях вице-президент ISEC, департамента исходящих стажировок Анастасия Шикина, и путешественница, и по совместительству генеральный директор творческой студии «Перекати поле» Елена Бутяйкина. А поговорим мы о бюджетных путешествиях. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вообще, какие бывают способы бюджетных путешествий, каким образом можно сэкономить? На самом деле существует несколько достаточно распространенных способов сэкономить. Да? Во-первых, это, наверное, достаточно полюбившийся нашим россиянам, это горящие путевки. Да? Это туры, которые, в принципе, реализуются в течение ближайшей недели, да? И по ценам, которые обычно ниже существующих, да? То есть ниже среднесуточных. И, соответственно, это самостоятельные путешествия, да? Когда мы функции, которые замещает за нас туристическое агентство, либо какая-то туристическая компания, да, мы берем на себя. То есть мы самостоятельно ищем билет, бронируем хостел, выбираем достопримечательности, определяемся с бюджетом и так далее. Ну и еще один достаточно популярный среди студентов, да, способ путешествовать — это международные волонтерские проекты и программы. Это как раз тема Анастасии, насколько я понимаю. Да? Расскажите поподробнее, какие бывают программы и вообще отличие волонтерских программ от программ стажировок? Ну, вообще, волонтерские программы, они больше направлены на получение социального опыта, то есть это безвозмездный опыт. А уже более стажировки, они, конечно, оплачиваемые чаще всего. И вообще, как сказала уже Лена, да, волонтерские стажировки, они, конечно, больше направлены на студентов, но, несмотря на это, в волонтерских стажировках может поучаствовать любой желающий до 30 лет. И вот у нас в городе есть замечательная организация ISEC. Она как раз предоставляет такую возможность как раз поучаствовать в волонтерских стажировках. Есть несколько направлений, но самые популярные — это образовательные, культурные, социальные, когда ты можешь в первую очередь преподнести свою культуру иностранцам, либо ты задействован в образовательных проектах, и ты можешь выступить учителем английского языка для маленьких детишек, или социальные, когда ты уже работаешь в группе из представителей разных культур, и вы пытаетесь решить какую-то социальную проблему вместе, придумать ее решение. Очень здорово. А в какую страну можно поехать? На самом деле можно поехать в любую страну мира. Главное — найти проект, который будет тебе по душе, который будет удовлетворять всем твоим запросам. Существует портал открытый, называется он Opportunity Portal, куда со всего мира ребята, которые в этой организации работают, выкладывают стажировки. И, пожалуйста, там есть фильтр, можно найти самую-самую горячую стажировку, самую крутую. Это безопасно? Конечно. Это абсолютно безопасно, потому что ты никогда не останешься предоставленным самому себе за границей. В другой стране, в другом городе, за рубежом также есть ISEC, также есть локальный комитет, который тебя встретит, проведет на первой неделе с тобой образование, покажет тебе город, ведет тебя в курс дела, и потом уже расскажет о проекте и будет помогать тебе решать все вообще проблемы, с которыми ты можешь столкнуться на протяжении стажировки. Прекрасно. А вот вы сказали первую неделю, то есть путешествие, вот это вот пребывание в другой стране может продлиться сколько? Стажировки волонтерские, они занимают от 6 до 8 недель. То есть где-то 6 недель, где-то 8. Вот. Все зависит от проекта, да? Все зависит от проекта, да, конечно. То есть это абсолютно бесплатно для человека или как? Да, это абсолютно бесплатно. В плане, человек должен просто заплатить организационный взнос. Это стоит 10 тысяч рублей организации. И помимо этого он сам выбирает билеты, которые ему больше всего подходят, и все. Принимающая страна предоставляет семью, host family, также она предоставляет жилье, питание. Все, конечно, зависит от проекта, все сугубо индивидуально, но большинство проектов пытается предоставить все, что необходимо человек, который хочет поехать на стажировку. А что нужно вот еще? Какие требования есть к людям, которые хотят вот куда-то поехать? Для каждого проекта, наверное, свои требования или как? На самом деле, мне кажется, что должно быть просто желание. Даже не важно, какое знание языка у тебя. То есть понятно, что все стажировки, они на английском языке. У тебя может быть самый начальный уровень, самый beginner. Но если у тебя есть большое желание, то я думаю, что тебе ничего не будет страшно. Только и всего. И насколько это популярно у нас? Это достаточно популярно.
Вообще ISIC в Нижнем Новгороде, у него не такая большая история, как у организации в России, потому что это вообще международная организация, но в России она, у нее есть очень большая история уже. И могу сказать о своем опыте. Очень Латинская Америка у ребят из Нижнего Новгорода в предпочтениях. И один мальчик, он поехал на стажировку в Аргентину, и он присылает нам видео и отчеты, ведет свой собственный блог. И это так здорово, потому что ты понимаешь, что ты приложил свою руку, ты помог человеку узнать что-то новое, выйти из своей зоны комфорта. Угу. И вот сейчас он наслаждается этим. Угу. Елена, а вот вы путешествуете, да, ведь по миру? Участвовали в подобных программах? Да, конечно, я, наверное, поддержу Настю. Я неоднократно в студенческие годы путешествовала, считаю себя одним из таких достаточно опытных международных волонтеров. В частности, была в Южной Корее в рамках проекта ЮНЕСКО. Мы тогда работали в лагере мира с детьми. Также мы участвовали во многих реконструкционных проектах. То есть, например, во Франции, в районе деревня Лавуль-Сюрон, там останавливался в свое время Наполеон Бонапарт, есть замок. Этот вот замок мы восстанавливали вместе с местными Круто. Жителями. Участвовали в социальных тренингах, опять-таки, как международные волонтеры, как социальные деятели. Да, это действительно безопасно, это действительно интересно, это помогает тебе окунуться вот в эту самую культуру, да, и страну, в которой ты находишься. То есть непосредственный контакт с местными жителями, он также тебе обеспечен. К тому же, как правило, в рамках тех проектов, в которых я участвовала, добровольческих, там предоставляется возможность не просто бесплатного проживания, питания. Местные жители, они еще устраивают для себя некоторые экскурсии. Я помню, когда первый только раз мы поехали с моей подругой на проект один в районе Золотых Камней, около города, опять-таки, это была Франция, первый раз я просто учила французский на тот момент, Вильфранш, и, соответственно, французы, которые там жили, они устраивали нам два мероприятия ярких, то есть 14 июля, как выяснилось, они его не празднуют, они его устраивали только для нас, чтобы показать нам традицию французскую, и также мы участвовали в вечеринке французских пожарников, это очень так забавная такая история, но к волонтерам, по крайней мере, в Европе относятся с очень большим уважением. И что бы международный волонтер не попросил человека в Европе, ну, как правило, сделает все, чтобы тебе помочь. Таких случаев было немало у нас. Угу. Хочется поговорить еще о другом способе бюджетных путешествий, да, который вы, Елена, наверное, можете нам рассказать. Это отказаться от турагентств, да, и поехать самостоятельно, то есть купить себе билеты и так далее. Что необходимо учесть? На самом деле существует несколько факторов, да, для того, чтобы организовать грамотное самостоятельное путешествие. Ну, во-первых, это место. Да, то есть мы должны четко понимать, куда мы едем. От этого очень многое зависит. Во-первых, сбор в дорогу. То есть если мы планируем ехать на север, где холодно, зимой, наверное, не стоит брать какие-то легкие вещи, мы там замерзнем и заболеем. Да, если мы планируем ехать в джунгли, наверное, логичнее взять что-то от насекомых, да, поскольку, опять-таки, это нам пригодится. То есть первое — это место. Да, куда мы собираемся, второе — это сборы дорог, то есть то, что нам уже необходимо. Да, соответственно, от этого дальше идет проживание, то есть мы должны четко понимать свой бюджет и где мы можем расположиться. Будет ли это пятизвездочный отель, будет это трехзвездочный отель, будет это хостел, может, это будет вообще гостевой сервис бесплатного проживания. То есть мы должны быть готовы к этому. Это транспорт, то есть мы должны понимать, как нам добраться до этого места. Может, мы сможем доехать туда автомобилем, да, если это, например, где-то недалеко. Если у нас нет автомобиля, есть сервисы попутчиков, да, которые могут нас туда довезти автобусом, самолетом, поездом. То есть мы это тоже должны понимать. Далее это питание. То есть это на самом деле очень часто упускают путешественники, когда организуют самостоятельный тур, но один из основных расходов — это еда. Это правда. Это вот сколько раз сама убеждалась в этом. То есть мы должны понимать, сколько в день мы можем тратить на еду. 500 рублей, 70 долларов, в зависимости от того, где мы находимся. Далее это страхование. То есть, как правило, когда мы выезжаем за рубеж, да, страхование нам необходимо не просто, чтобы получить визу, да, это просто гарантия того, что если что-то произойдет, у нас есть страховка, которая покроет часть расходов. Особенно это касается африканских стран, например. Да, там помимо страхования ты еще делаешь прививки. Вот когда вот мы летали в свое время в Южную Африку, соответственно, для того, чтобы получить визу в ЮАР, нам необходимо было сделать прививку от желтой лихорадки. Да, без этого, соответственно, тебя не пустят никуда. Далее это достопримечательности. Ну, в данном случае не как интересные места, а как музеи, да, которые самые известные такие точки в городе, в месте, куда мы едем. Должен быть такой, скажем так, граница перенасыщения. То есть не должно быть их слишком много, да, и не должно быть их слишком мало. То есть это как баланс должен существовать. Ну и, разумеется, мы должны быть готовы к тому, чтобы решать какие-то экстренные ситуации. Потому что мы едем либо в другой город,
либо если в другую страну, в другую культуру, мы должны быть готовы к тому, что может произойти все что угодно. Может сломаться автомобиль, мы можем опоздать на поезд, да, мы можем потерять билет, мы можем делать что-то еще, то есть мы должны быть к этому готовы. Угу. Все-таки интересует меня вот какая сторона вопроса? Как вот сэкономить, я не знаю, на перелетах, например? И вообще, как дешевле получается, на самолете или на поезде, или, я не знаю, на автобусе? На самом деле и самолеты, и поезда, и автобусы, и даже автомобили, да, они предлагают достаточно большое количество способов, да, и технологий, как сэкономить. Если мы говорим, например, про самолеты и поезда, то у них примерно общая такая концепция. Во-первых, это предварительное бронирование. Да, то есть, если мы говорим про самолеты, то примерно, там, если мы это делаем за полгода, 20% минимум мы сэкономить сможем. То же самое с поездами, российские железные дороги. Покупаешь за 45 дней, билет, как правило, дешевле. Та же концепция. Соответственно, мы говорим про новые направления. Да, очень часто бывает так, что авиакомпании, да, либо там железные дороги, они, открывая новое направление, в течение первой недели-двух делают его максимально дешевым. Ну, давайте вспомним наш лоукост, первый пока единственный, к сожалению, Победа, да, российский. То есть, когда они открывали новые направления в Братиславу, в Вену, билет стоил в районе 999 рублей. Сейчас он стоит около 5000 рублей. Ну, так. Примерно так, чтобы нормальной авиакомпании. Соответственно, есть еще накопительные программы-бонусы. Да? То есть, если мы говорим про авиакомпанию, то они, как правило, реализуются в рамках союзов авиакомпаний, там One World, Star Alliance и так далее. Вот. Соответственно, когда... что это такое накопительные программы? То есть мы, покупая авиабилеты, да, копим на определенные какие-то карты, на определенное свое имя, мили. Соответственно, впоследствии мы можем эти мили обменивать на бесплатные авиабилеты. Такая же вещь существует, например, в российских железных дорогах, да, в очень многих зарубежных железных дорогах. Мы копим километры, которые впоследствии можем обменять на бесплатные билеты. Есть еще лоукостеры компании, да, есть чартерные авиалинии, достаточно большое количество, как мы можем сэкономить здесь. Если мы говорим про автобусы, то это, как правило, скидки распродажи сезонные. То есть вот, например, сейчас прям актуальная информация, мне кажется, людям будет интересно, 550 рублей билет Санкт-Петербург-Хельсинки. На майские праздники. Сами просто смотрели, собираемся ехать. То есть, если кому-то интересно, 550 рублей, съедет в Хельсинки, пожалуйста. Это можно прям сделать совершенно легко. Причем очень хорошие, достаточно условия, поскольку это европейские автобусы. Опять-таки, если мы говорим про автомобиль, да, то это сервисы по поиску попутчиков. Да, то есть, что это такое? Это BlaBlaCar, например, достаточно самый известный сейчас. Есть там еще там, попутчик и многие другие по России. Это автоводители, водители, которые едут с точки А в точку Б, которым скучно ехать одним, которые хотят сэкономить на бензин, они берут с собой людей. И поболтать, и сэкономить. Отличный вариант, почему нет? Тоже в районе там, 400-500 рублей, в зависимости от расстояния. Как можно сэкономить на проживании, например? Ну, здесь опять-таки несколько вариантов. Во-первых, есть специальные сайты-агрегаторы. Да, ну, например, booking.com, да, если мы говорим про этот сайт, есть еще российский вариант, это Островок. То есть они аккумулируют самые-самые разные предложения, да, скидки, распродажи различных гостиниц, хостелов, да, которыми мы также можем воспользоваться. Если мы говорим, например, про Островок, да, российский аналог, то они даже пошли еще дальше. Они решили, что раз можно копить мили в авиакомпаниях, можно копить километры в железных дорогах, почему теперь можно копить сны? То есть ты копишь сны, которые впоследствии ты можешь использовать для того, чтобы бесплатно остановиться в каком-нибудь из хостелей, либо гостиниц, которые участвуют в этой программе. Отличный вариант, бесплатно остановиться где-то. То есть, ну, во-первых, это накопительные программы сайтов-агрегаторов, да, ну и плюс ко всему то, что возможность посмотреть эти скидки распродажи, которые они предоставляют. Во-вторых, это хостелы. Это в России сейчас еще только-только-только начинается тенденция, да, у путешественников останавливаться в таких вот общежитиях, скажем так, европейского уровня, но тем не менее. Качество там иногда лучше, чем во многих отелях, в российских гостиницах. Плюс ко всему цена варьируется там, от 350 рублей, 400 рублей, да, если мы говорим про 10-местный номер. Но, как правило, в хостелах есть номера разной категории. Есть семейные на 3 человека, есть двухместные, 4-6-местные. В некоторых хостелах есть сауны, есть спортзалы. Некоторые хостелы, например, устраивают уникальные, там, не знаю, туристические какие-то маршруты для путешественников. Ну и вообще, как бы, хостел — это такое место, где собирается огромное количество людей, вот именно свободных путешественников. Да, для которых, в принципе, скорее важна атмосфера, чем место, где они останавливаются. Вот. Ну, есть еще такой гостевой сервис. Да, гостевой сервис, собственно, еще есть. Это бесплатное проживание, но, как правило, распространено в Европе. Самое известное — это коучсерфинг. То есть, когда мы обращаемся к какому-то иностранцу, да, который готов принять
например, россиян, там, либо еще кого-то, не принципиально, для того, чтобы познать другую культуру, попрактиковать язык. Соответственно, мы бесплатно у него живем на то время, пока мы находимся. Единственное, это принцип, да, это, во-первых, найти адекватного такого товарища. То есть очень большая база существует даже на том же сайте коучсерфинга. То есть задача просто пособирать мнение друзей, которые уже останавливались, да, пообщаться с самим человеком, который тебя приглашает у него остановиться. Ну и, соответственно, когда ты уже приезжаешь, ты находишься в его квартире, то есть пока находится там хозяин. Он уходит, уходишь и ты. Как правило, такие коучсерферы, они еще устраивают экскурсии ребятам, которые приезжают. Вот. Тоже очень хороший бесплатный способ проживания в какой-то стране. Да. А вот вы какими сервисами пользуетесь? Я так понимаю, вы путешествуете уже много-много-много лет, и бесполезно спрашивать, в каких странах вы были, легче сказать, назвать места, где вас не было, да? Нет, ну всего 200 с лишним стран, я не смогла их себе посетить за такое количество времени, что все впереди. Вот вы какими сервисами пользуетесь? Самыми разными. То есть, как я уже говорила, в университете наиболее популярным у нас был это волонтерские программы. Да, потому что на тот момент, это 5 лет назад минимум, да, по цене это стоило в районе 4-6 тысяч рублей за программу, за проект. Uh-huh. Ты мог посетить не один проект, а несколько. То есть, например, выбрать проект в Италии, выбрать проект во Франции, одну неделю провести в Италии, вторую неделю во Франции, третью неделю еще где-то. Потому что как раз-таки больше времени, как правило, 2 месяца у студентов на выходные есть. Соответственно, это волонтерские программы, как сэкономить, это хостелы в районе там 50-25 евро. Вот, например, когда мы жили в Париже, мы останавливались в американском хостеле прямо напротив Монмартра. Очень часто эти хостелы находятся прямо в центре какого-то города. Uh-huh. То есть Монмартр, это рядом с Эйфелевой башней, еще где-то. Многие хостелы расположены в уникальных местах. Да, в каких-то, не знаю, там, например, в Лиссабоне есть хостел, который расположен в здании швейцарского посольства. Ты представляешь, огромные потолки, лепнина, ну, шикарно. Вот, соответственно, хостелы. Мы пользовались, опять-таки, сайтами-агрегаторами, да, это Skyscanner, это Aviasales, это если мы говорим про авиаперелеты, которые собирают разные-разные-разные предложения авиакомпаний, да, у себя. Более того, у них есть такая очень полезная вещь, как календарь низких цен. То есть ты заходишь, выбираешь месяц, не знаю, июль, и он тебе выдает стоимость всех билетов по твоему направлению, и ты просто смотришь, выбираешь, какой день максимально дешевый для тебя. Из-за этого ты уже можешь немножко корректировать какие-то свои планы, маршруты и так далее. Вот. Коучсерфинг, автостоп, чего греха таить. Действительно было. И в чем еще прелесть волонтерских именно программ? За время проекта ты можешь найти именно друзей, и уже когда проект заканчивается, но у тебя еще есть открытая виза, ты уже можешь путешествовать по этим друзьям, которые у тебя появились за время проекта. Это на самом деле очень здорово, оставить такие международные связи. Ну, конечно, тебе могут выслать приглашение, да, что упрощает какие-то моменты. Да, это в том числе. Ну, ко всему прочему, самостоятельные путешествия, они не привязывают тебя к месту какому-то, они не привязывают тебя к какой-то конкретной гостинице, к какому-то конкретному гиду, да, то есть и ты более мобилен, ты можешь корректировать свою поездку. То есть, например, ты изначально мог запланировать, не знаю, что ты в Сеуле останешься на неделю, ты приезжаешь, понимаешь, что в Сеуле ты можешь пробыть максимум 3 дня, и это край для этого города. Соответственно, ты из Сеула едешь, например, на остров Чеджу, это остров любви, известный курортный. Соответственно, там ты, да, там ты можешь провести целую неделю вместо 2 запланированных дней. То есть, опять-таки, это возможность быть более мобильным, да, и познавать страну именно так, как тебе хочется, а не так, как, например, тебя запланировал тот же самый гид, вот. Какой-то, который прочитал что-то в Википедии и тебе это пересказывает. Вот. Вот еще про перелеты хотела уточнить. Часто говорят то, что, например, вот из столицы нашей родины, да, намного дороже получается выходят перелеты, нежели там из ближайшей страны, но уже Евросоюза. Вы замечали такую разницу в ценах? Наверное, это зависит от сезона, зависит от авиакомпании, которой ты летишь. Из России летает очень много компаний лоукостов, причем не только российского, да, Победа, но и европейских. Соответственно, это уже сама по себе авиакомпания, то есть лоукост. Почему лоукост? Да, потому что дешевые билеты. Да, она уже предлагает тебе дешевые билеты на перелеты.
Если вот, например, говорить сейчас, то вот благодаря им, буду сейчас, конечно, не хочу пиарить авиакомпанию «Победа», но опять-таки это просто так получается. Сейчас из Москвы достаточно много хороших билетов дешевых, да, в какие-то страны, да, с которыми «Победа» работает. То есть, например, на Кипр 999 рублей сейчас полететь можно при желании. Ту же самую Вену, Братиславу, если посмотреть, да, там по определенным дням. Есть еще очень классные тоже распродажи европейских авиакомпаний. Вот, по-моему, года 3-4 назад было. Мне кажется, они регулярно повторяются. Из Москвы в любую страну Европы за 35 евро. Это все реально, это все возможно. Турецкие авиалинии, сентябрь прошлого года. Москва, Токио, Москва, 18 тысяч рублей. Ну, то есть грех не полететь в Японию за 18 тысяч рублей туда-обратно. То есть, опять-таки, это все возможно, это все реально. Как можно сделать? Да, можно просто подписаться на, например, тот же самый, на предложение Skyscanner, да, вот этого сайта-агрегатора Aviasales, подписаться на предложение авиакомпании, завести специально отдельную почту, куда будут сыпаться только предложения, да, как сэкономить на проживании, на питании и так далее, да, на перелетах. И, собственно, отслеживать вот эти вот все предложения, потому что, как правило, иногда именно эти предложения на авиабилеты, они формируют и дату твоей поездки, иногда место твоего маршрута, что ты можешь захотеть поехать, например, на Мали, ну, в смысле, на Бали, но ты понимаешь, что билет стоит, там, 50 тысяч рублей, а вот сейчас есть классный, там, не знаю, билет в Японию за 18 тысяч рублей, так, ладно, мы меняем, просто с Бали мы едем в Японию, то есть это все возможно. То есть, в принципе, реально достаточно знать какие-то вот такие вот сервисы, да, сайты, да, на которых можно все это, да, отслеживать. Конечно. Могу также сказать, что многие волонтерские, когда как раз организации, которые занимаются волонтерскими обменами, они предоставляют скидки всем желающим на билеты, то есть они находят партнеров. И вот сейчас могу сказать, что в организации, в которой я работаю, мы есть много желающих, которые хотят поехать в страны Латинской Америки, да, в Индонезию, на Шри-Ланку, то есть и билеты, понятно, очень дорогие, но существует система скидок, и скидки доходят до 20%, и это уже существенно для студентов покрыть такие расходы, то есть поэтому выход можно найти всегда, главное следить за информацией, вот. Еще хотела поговорить про путешествия по нашей стране, да, часто многие замечали, что это выходит намного дороже, нежели поехать куда-то отдохнуть за границу. Вот что можете сказать про это? Ну, на самом деле мифов и легенд о путешествиях по России существует много, и это очень грустно, поскольку Россия, по сути, представляет собой целую планету. Даже кто-то как-то говорил, что площадь нашей страны, она приблизительно равна по площади Плутону. Соответственно, исследования, да, вот этой целой большой планеты иногда ставят в тупик россиян. Ну как же так, у нас нет сервиса, это вообще у нас нет дорог, как можно по ним путешествовать, у нас нет нормальных гостиниц. На самом деле это, как правило, далеко от истины. То есть сейчас в стране очень много всего развивается, да, открываются те же самые хостелы, открывается огромное количество, не знаю, предложений по дешевым там авиабилетам, да, по дешевым там билетам на железные дороги и так далее. То есть сервисы попутчиков, все это развивается, все это движется. И очень здорово вообще на самом деле понимать, что ты, например, можешь поехать в Карелию на 2 недели по всей Карелии, то есть север, юг, запад, восток, в районе 25 тысяч рублей, все включено. Да, то есть, когда мы, например, смотрим на предложение туркомпании, да, и там написано, что мы предлагаем вам поездку в Карелию на неделю за 35 тысяч рублей, когда ты самостоятельно сам, да, можешь за те же самые деньги 2 недели там путешествовать, при этом увидеть абсолютно все, вот это уже другой момент. То есть есть и хостел, где можно остановиться хорошие, есть и другие вообще потрясающие возможности путешествия по стране. Не нужно бояться этого, да, не нужно идти в рамках этих стереотипов. Вот. Мне кажется, такой стереотип складывается больше по отношению к югу России. Да, то есть, согласна. Да, но как же Казань великолепная, как же Екатеринбург? Это же просто, это замечательные города, но почему-то, когда у нас появляются свободные выходные, свободное время, мы не задумываемся об этих направлениях. Хотя там существуют совершенно потрясающие места, и там есть что посмотреть. Поэтому мне кажется, тут просто надо мыслить шире и знать, что можно отдыхать не только на юге. Даже если мы говорим про вообще восприятие, да, России как страны с туристическим потенциалом, то здесь еще речь идет о том, как ты смотришь на свой собственный город, в котором ты живешь. Даже вот если мы берем Нижний Новгород, Нижегородская область, вот кто бы мог подумать, что здесь можно найти Японию. У нас в селе Большие Бакалды Бутурлинского района 10 гектаров цветущей вишни.
в мае. Представляете, там проходят фестивали. То есть ты туда приезжаешь, там цветут прекрасные вишневые сады, там гуляют, не знаю, гейши-самураи. То есть ты сидишь вот так вот в позе лотоса и думаешь, ничего себе, я точно в России. То есть у нас на границе, например, опять-таки, да, с Нижегородской областью, Республикой Мариэл, есть Шотландия. То есть там есть реальный шотландский замок с привидениями. То есть... Люди просто об этом не знают. Да, вот это вот основной момент, это плохая осведомленность россиян о том, что есть такие места. Да, и, соответственно, в какой-то степени, возможно, неверие в то, что они действительно есть. Даже не просто освещенность, а в том, что реально такие места можно найти. Вот в рамках своей организации, да, мы, например, поставили себе цель доказать, что в России можно найти весь мир. И вот за прошлый год мы нашли 5 стран в России, причем это не предел. Мне кажется, это проект бесконечный, потому что в России действительно есть все. При желании. То есть мы нашли Скандинавию, да, то есть мы нашли Турцию. Это вот для тех, кто очень страдает от того, что Турцию они, к сожалению, увидеть не сможет. У нас в Воронежской области есть Каппадокия. Причем, в отличие от турецкой, она действующая. Вот это самое интересное. Вот, то есть если мы говорим, например, тоже очень часто люди говорят, как вот вы найдете ледяные отели? Вот в Швеции я был, и там есть классные ледяные отели, ледяные сауны, ледяные бани, там еще фильм снимали «Трон наследия». Этого точно в России нет. Друзья, в 2 местах есть. Есть в Якутии и в Кировске. Причем в Кировске есть целая снежная деревня. То есть ты туда приезжаешь, там огромный комплекс из снега и льда построен. И там у них есть ледяной ЗАГС. То есть ты туда приезжаешь, там стоят, люди расписываются. Такой, офигеть, классно. То есть там у них есть ледяная баня, у них есть ледяной бар. То есть это все есть, это все возможно, это все есть. Вот, просто нужно идти глубже в России. То есть не просто вшире исследовать мир, да, исследовать глубже свою культуру и как бы самого себя. И очень часто так бывает, что, вот, например, мы путешествовали по Европе, по Азии, очень много россиян не очень хорошо отзываются, да, о своей стране, говорят, что да, у вас тут в Европе хорошо, нам бы так, а у нас уже это есть. Просто нужно поглубже до этого. Елена, Анастасия, спасибо вам большое, что пришли. К сожалению, наше эфирное время закончилось. Я так понимаю, у вас еще много есть информации, которую вы хотели бы поделиться. А я хочу вам напомнить, что сегодня в гостях у нас были вице-президент ISEC Департамента исходящих стажировок Анастасия Шикина и путешественница и генеральный директор творческой студии «Прикати поле» Елена Бутяйкина. До скорой встречи!